позавтракать в кафе «Флориан». Это кафе находится в площади Сан-Марко. И этому кафе уже 300 лет. Говорят, это самое первое кафе в мире. И самый прикол в том, что мы не знали, что этому кафе там 300 лет. И то, что это кафе самое первое в мире. Шок. Всем доброе утро. Вот, мы уже пришли в кафешку и решили покушать, позавтракать. Вот. Это все очень вкусно, классно. Очень классная музыка. Смотрите, как красиво. Наелись. Все было очень вкусно. Вот. Да, ребята, мы наконец-то в Венеции. Ура! Ура, ура, ура! Очень красивая страна, она очень классная. И что это за страна, конечно же, Венеция. И, кстати, знаете ли вы тот факт, что через несколько сотен лет Венеция может не стать из-за воды? Понимаете? Венеция просто может не стать из-за воды. Маску, она очень красивая. Вот, я это просто в комнату поставляю, это на щиту. Это для красоты. Очень красиво.
Самый оживленный Гранд-канал. Вдоль него расположено множество дворцов в готическом стиле и в стиле эпохи Возрождения. Вот это вот водные автобусы, если вы не знаете, да? Вот так они выглядят. И там, по-моему, водные такси еще. Венеция – это город разных карнавальных масок, костюмов и нарядов, потому что здесь каждый год проводится карнавал, и так уже почти 1000 лет. Маски использовали и в повседневной жизни с целью скрыть лицо. Это служило самым разнообразным целям – от романтических свиданий до совершения преступления. Последствия привели к запрету ношения масок вне карнавала незадолго до конца Венецианской республики. Вот. Вообще очень красиво. О, это я. Даже вот есть украшения. Очень красиво. Он сам все делает еще, ребята. Да. Мне очень сильно понравилась Венеция, многим просто. Вообще, кстати, еще что я заметила, тут очень много разных мостов, потому что тут больше, знаете, вода. Вот, и мосты не обязательно нужны. Ну что, ребята, мы сели в кондол. Вот, и так как этот канал, он маленький. То есть это там 2 метра, как я поняла, да? Вот, и это не так глубоко, по-моему. Да, это так глубоко. Вот. А теперь начинается красота. Мы уже на канал Гран. Да. Вот. Это реальная красота. Это прекрасно. Цены на гондолы разные. Мы выбрали, например, гондолу за 80 евро. Знаете что? Чтобы вести гондолу, нужна лицензия. Она либо достается по наследству, ну, либо же вы ее получаете. Но это очень сложно. Саксон, Евролик, пакет МСД, Гранд Канал, Ва, Венеция, Некичкина, Тор, Кочалар, Несайохот, Калдик. Меним Чагандолада, Гебрсо, Сайохот, любой турист, учун уже хорошо, нормально, яхши болады. Я не достаточно. Thank you.
Я это уже 100 раз сказала, но ну, реально, согласитесь, красиво. Это прекрасно. Целую, обнимаю, всем пока. А, ну просто на мне этот мамины штуки, которые удлиняют рост, и мне сложно ходить. А так всем пока. Такие дела, друзья. Кстати, эти чемоданы такие тяжелые вообще. Ну да, это тяжелые чемоданы. И много чемоданов, это про нас с мамой, но в этой поездке у нас не так много чемоданов, всего 2 маленьких плюс чемодана, но они тяжелые. Вот. А так все классно.